В одном из магазинов федеральной торговой сети в Тюмени нарушений санитарных норм нет. К такому заключению пришли специалисты Роспотребнадзора и Департамента потребительского рынка после очередной проверки. Ранее на нарушение масочного режима и социальной дистанции пожаловался один из покупателей. На данный момент факт нарушения социальной дистанции не подтвердился. Как мы видим, что весь пол разлинован в специальные сигнальные объявления. И нарушений ношения масок персоналом тоже не выявлено. Другие требования также соблюдают. Обработку поверхности и пола проводят, температуру сотрудникам измеряют, данные вносят в журнал. При входе стоят санитайзеры, а покупателям напоминают о масочном режиме. Сейчас мне замечание сделали, чтобы я поднял маску. Все правильно делается, в принципе. И это не первый раз, следят за этим. Дистанцию 1,5 метра соблюдают все, масочный режим, все в масках ходят. Я никого не видел без масок. Как бы все прекрасно, все хорошо. Добавлю, полиция продолжает выявлять граждан и организации, которые нарушают антиковидные требования. С начала года проверили 2500 предприятий. Составлено более 1000 протоколов. Проводят также рейды в общественном транспорте. На контроле и тюменцы, которые обязаны соблюдать самоизоляцию.